Привет! Представляете, у нас сегодня такая жара, целых 32 градуса, я вообще в шоке. Ой, камера, фокус. Всем привет, добрый вечер. Мы с Зайкой пошли все-таки к фонтану, поющему, музыкальному, или как его там называют. По пути будем выходить в эфир. Да? Какой эфир? Кефир. Ну, общаться на камеру. Может, какие-то места покажем. Которые еще не видели. Ну вот тут они точно все видели. Ну здесь-то да. А там что, на Нижнее озеро еще как-то не снимали. Вот так. Сейчас идем. Чё, Зайка, чем ты сегодня занималась? Она сегодня занималась внутренним космосом. Она стесняется, что опять рассказывает. Смотрела, кого смотрела, как называется? Не надо рассказывать, это моё личное. Ну ладно, всё, моё личное. Спустились на Нижнее озеро. Это начало. Фонтанчики тут не работают. Все разбито тут. В том году работали. Тут должна водичка так сверху течь, переливаться. Марк, нравится тебе? А? Здесь водичка, потом туда падать. Тут квакушки сидят, вон Рафа уже навострил уши. Уточки вон плавают. Ну, вода, конечно, тут вообще жесть. Нужно систему очистки ставить срочно в Калининграде. Там вот напротив баки с граффити. Тут старинный завод какой-то, я не помню. Маковка, идите. Маковка, почему тебя должен тянуть? А вот дальше там уже Нижнее озеро. Уже точно идет. Тут бывает рыбачат. Утрами, вечерами. Хорошо ходить на пробежку, но ночью тут темно. На верхнем пруду, ну верхний пруд я озеро называю, на верхнем озере там освещение есть, а здесь нет освещения, все темно. Дорога, конечно, пожелать лучшего желает. Ну давно не снимали. Ну, зима, может, да. Летом не ходили. Да и сейчас нету. Ну сейчас светло, по крайней мере. Я рассказал, что здесь нету ночью фонарей. Тут, когда чемпионат футбола проходил, в том году через каждые 2 минуты полиция ходила здесь, патрули. Короче, если ты стоишь, и ты каждую минуту, то кто-нибудь мимо тебя проходил. Вот там собачки гуляют тоже. Тут еще другие птички плавают. Там дальше гостиница будет. Что ты делаешь? Фотку редактирую. Ага. Фотку на редактирую. ВКонтакте сидит. Слова подбирай правильно, говорит, а сама... Ну, я ищу правильные слова, чтобы мне написать. О,
А сама врет. Не вру, я так пошутила. Частично. Пошутила, да? Да. А вот и Винни-Пух на воздушном шаре. Его держит Пятачок. Это Винни. Я, а Зайка Пятачок. Памятник Нормандии Неман. А за ним гостиница. Пойдем, посмотрим. Что там есть? Наверное, пустует половина. Кто там приезжает? В том году было много. Сейчас. А, что-то все, никого нету, не вижу вообще. Отдыхающих. Пятизвездочная или четырех, пяти, если я помню. Вот так называется гостиница Crystal House. Там такие. И вокруг. И зайку мы поймали. В гостинице еще на первом этаже спортзал, а здесь вот более красивый вид открывается. На той стороне Вести Калининград здание, там Дом Советов и Кант вдалеке виднеется. Не купаться. Зайка, а ты когда последний раз каталась на катамаране? Здесь вот на Нижнем озере стоят катамаранчики. Никогда. Никогда не каталась? Никогда. У-у-у. Даже не скорочка. Я-то катался. Надо исправить это как-то. Так же, как на трамвае? Обещаем. В этом летом мы все исправим. Исправим, исправим. Мы уже почти подходим. Дом Совета. Да, как-нибудь обещаю. Узнаем, сколько стоит. Кто? Коматаран твой. Да. Главный мур. Как будто подписан. Зайкин, да? Зайкин. Да. Что, на скейтах, да, катается? И все. Боксом занимается? Боксом занимается или чем там? Копашкой. Ага. И бегом. Это гостиница Калининград, вам покажу. Плаза магазин. Oh,
завтрашнего дня будет выставка «Сокровища музеев России». Вход свободный. Музей изобразительных искусств. Так где? А мы там еще не были. А, можно сходить. Вон Ленинский аспект, наверное, да? Где написано-то? Ну, дома по карте посмотрим. А что я не знаю, как называется? Если ну, я... штука какая-то, короче. Если я помню, биржа раньше была. А за ней уже фонтан. Да ладно. Да? Мы на том берегу никогда не были. Да. О, а там этот, как его? Ну скажи. Ну, этот мировой океан. Что еще? На той стороне. Вот. Мы на том конце никогда не были, вот туда не ходили. Вот тут Кант. А вот тут рыбная деревня, если вы видите. Сейчас вам поближе сделаю. Вот рыбная деревня совсем близко. А вот тут Кант. А. Что написано-то? Легенды каменных львов. Биржа 19 века. А вот музей что-то там. Вот это что такое написано наверху? Изобразительное искусство? Да, он. А, так это он? Да. А это через дорогу как раз получается. Ну, вон спускаться надо. Какие-то львы, да, или что там? Да, не вижу. Каменные старые. Мы же поближе спустимся. Вот такие львы у нас. У вас. А у вас? Киньте, боль. Ну снимай меня. Они... Да я льва снимаю, погоди. Больше года живем в Калининграде и все еще не были в музее изобразительных искусств. Ага. И даже не знали, где он находится. Ага. Так, хотя в музее океана я был множество раз. Да вот там, напротив. Да? На том берегу. Всего лишь. А пойдем к фонтану. Где он? Фонтан. Откуда вода-то? Вот отсюда. Отсюда, да? Да. И что, где она, вода-то? Не работает. А как это так получилось, что не работает? А я не знаю, когда он начинается вообще, во сколько по времени. Может, его, видишь, все ждут, а может, его сегодня не будет. Мне кажется, сухой. Ну да. Вон там лавочки. Ну красиво так тут вокруг. Ну да, вон сидят. Сводил тебя на фонтан? Вообще капец, какой крутой фонтан. Я никогда еще на таком крутом фонтане не была. Смотри, ты сколько воды, аж вот так по колено. Ну так красиво вокруг, детей много. Детей много. Они, короче, какие-то штуки запускают, похожие на мухи. Их вот так вот так отпускают. Только не знаю, как штуки называются. Вот, смотри, тут дяденька что-то натягивает. Прыгун. Показывай. Вот видишь, наверх так. Пу. Да сейчас это... Как мухи какие-то. Как мухи. Детей заманивают. Я тоже такую хочу штуку. На Алике закажешь 20 штук, блин. Тоже будешь продавать, ходить вечерами. А я не знаю даже, как она называется, эта штука. Здесь, наверное, места уже забанены. Вон, на прокат будешь еще давать, этот свой. Какой? Чего свое? Ты меня затеняешь. Чуть-чуть косолап. Да? Это я. Мы сидим, отдыхаем. Так, блин, что близко тут, мне кажется. Раньше хватало расстояния. Вот так лучше. Что-то ярко так. Сидим, отдыхаем. Фонтан, в общем, сегодня точно не будет. Так что сейчас домой пойдем. Да, зато знаем, где сейчас музей изобразительных искусств. Угу. Может, как-нибудь сходим. Это какая-то польза. От этого. Куда пойдем? Когда там? Надо. Про завтра расскажешь? Что планируешь?
А что завтра? Я не знаю, что завтра. 2 часа дня. Не знаю ничего. Пока не расскажешь? Ладно, завтра покажем тогда. Мы сейчас такое видели! Это обалдеть! Обалдеть. Как круто! Зайка просто ни разу не видела телескопа. Не, ну телескоп-то я так видела, в смысле, а вживую ты не смотрела? Ну, вживую нет, там дяденька стоит вот посередине моста. С телескопом. И вот кто желающий хочет подойти посмотреть на небо там. Или на звезд. Ну, звезд у нас нету, потому что светло, что-то нету звезд. А вот луна есть. И вот там дяденька стоит и предлагает. Мы когда вперед туда шли, я хотела посмотреть. Обратно пошли. Я реально увидела луну. Вот такая вот, как будто как на картинках. Она прям в точности такая вся с пупырышками. А какая она еще-то будет? Ну, в смысле... Ну, всяко, ну, знаешь, вот как взрослые рассказывают, там, допустим, сказки, да, ну, по идее, они как бы, все сказки, возможно, они не существующие, да? А тут, получается, и картинка сказочная, и реальность, все тебе совпало. Это, знаешь, как круто. О, конечно, извините, но у меня такие эмоции. Вот вы когда-нибудь смотрели в телескоп? Это прям настоящая луна, вот как будто она вот тут вот в это прямо. Ты хорошо посмотрел? Да. Прям вообще хорошо, да, помнишь ее? Ну, для это я бы еще хотел покрупнее бы посмотреть, поближе еще кратерки. Ну блин, ну это вообще круто. Объемная стоит. Такая. Не, ну вот я, конечно, хочу слетать в космос. У меня медведь не отпустит. Езжай на Марс там, хоть там, на Плутон собирается. Блин, круто, мне нравится. Вообще классно. Ой. Вот это эмоции, а у тебя какие эмоции? Интересно. Что ты можешь сказать по поводу Луны? Интересно. Просто интересно? Ну, я более сдержанный в таких. Я еще бы хочу посмотреть. Мне мало там 5 секунд, 10. А ты мог бы смотреть сколько хочешь, ты сам быстро оторвался. Мне неудобно, там люди другие подходят, смотрят, кто еще в жизни не видел. Тоже. Ну, это как я, мог бы минуту две постоять, посмотреть. Мог. Если так я еще раз пойду туда, я обязательно еще раз туда зайду. Это очень интересно. Если вы никогда не пробовали такое, попробуйте. Это вот то, что картинка типа сказочная, то, что в реальность это все одно и то же, когда вот это сходится. Это вообще-то так круто. Так объясняешь непонятно. Вообще непонятно. Какая сказочная. Мне все понятно. Тем, кто хочет понять, он меня поймет. А тем, кто не хочет меня понять, те не поймут меня. Всем спасибо за просмотр нашего видео. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на нас. И всех обнимаем и целуем. И говорим пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи.